Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Наталья, расскажите, какие цели преследуете, приехав что на выставку, какие ожидания у вас от этой выставки? Здравствуйте, я из города Пенза приехала, представляю супермаркет фермерских продуктов «Планета Земля». И приехала посмотреть тренды и возможности для развития ритейла в регионах. Всегда смотрим на передовые технологии, очень интересные тренды, прогнозы и лучшие практики. А можете какой-то тренд сформулировать, вот что вы наблюдаете в 2019 году или, может быть, по факту 2018, какие тренды в ритейле наиболее интересны для внимания или просто вот вы подмечаете, что куда-то движется? Я вижу большой потенциал в продукции собственного производства, это в различных товарных категориях, как продуктовой розницы, так и не только. И кроме того, вижу возможности для развития в омниканальности плюс доставка через интернет. И эти возможности как раз с помощью технологий, которые здесь представлены на выставке, провайдеры технологий, надеемся найти то, что позволит нам эти возможности внедрять оптимально, с оптимальными затратами. Вот такие экспертные мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.